еще можно заблокировать, и ты даже если поворачиваешь, он остается. А, ну он остается по горизонту. Вправо-влево будет поворачивать. То есть типа не будет вниз вверх опускаться. Когда дождь сильный, то тут даже проехать нельзя. Так прикольно. Да, тут красиво, конечно. Все, поедем мы в гору. Нам надо перевал. Перевалить. Перевалить по горам. А тут сейчас будет очень дорога извилистая вверх. Не знаю, видно будет, что она вверх идет. Встретишь людей там один раз за всю поездку или два. Никого нет. Босиком, девчата. В лучших новозеландских традициях. Вот это такой вот лабиринтик с узкой дорогой. Надо останавливаться, если машина.
слабой машиной особо и не покатаюсь. Если 5 человек загрузить в малюсенькую машину, будет криптать меня. Ты подъем. Для одной машины только проезд. Но они делают на поворотах вот такие пошире, чтобы машины могли разминуться и съезды. КПСС. О, все, нету как никаких ограничений. 120 можно делать. Это 100. Тут ограничение 100, но уже открыли даже 110 на одной дороге. Поднимемся наверх, и там будет видно с этой стороны уже море. А, уже, кстати, видно. Вечером гоняет, ловит всяких мотыльков, бабочек.